Добрый день, сегодня 11 января 2023 год. Меня зовут Иван. На все звонки, на все запросы отвечаю только я. Получение денежных средств тоже являюсь только я. Отправка по всей России, опыт большой. Представляю вам отличнейший трактор Исеки GS33, 33 лошадиные силы, трехцилиндровый дизель, ВДовый. Трактор привезен под ПСМ, под электронный ПСМ. Сейчас на руках, конечно, его нет, будет, но чуть попозже. Трактор только с таможни. Очень хорошее состояние, полакокрасочный. Это просто здесь крючочек такой. Вот, скотский, не крашеный, не ремонтировался. Вот, ну, прям очень хороший. По дискам он вот такого года. 9.7. Достаточно все уже свежий, современный. Дополнительный свет спереди, сзади. Кондиционер. Нержавый. Ничего, он еще тем более такой тюнинговый, потому что сравнительно небольшой трактор, 33 лошади, а у него вал отбора мощности есть режимы со сцеплением, без сцепления, включаются через кнопку, 4 скорости, и у него есть педалька на каждую скорость, обратное вращение получается, 4 скорости прямого вращения, 4 обратного. Коробка передач основная, у него абсолютная механика, 4 скорости. Все вручную через сцепление. И делитель 4 скорости. Реверс. Получается 16 скоростей вперед, 16 назад. Это вентиль гидросистемы у нас. Это угол рулевого колеса. Ногой нажимаем и управляем. Это информационная табличка. Куда, что, сколько заливать, через сколько менять. В принципе, все сейчас через переводчик все можно перевести. Все, в принципе, понятно. Ремни безопасности также, видите, год, все как по дискам. К сожалению, бардачок пуст. Магнитофон, управление передним, задним светом, дворники передние, задний включается здесь, и климат-контрол. Задние шины хорошие, жир, трехточечное крепление, можно ставить абсолютно любое навесное оборудование, быстросъем стоит, муфта соединительная, кардан, он весь трактор в кукурузной муке, в кукурузе, это склад у нас есть такой, Хемста называется, и вот там перевалка идет, я только говорю, его протер, устал, он еще крыша вот в муке. Вот так вот, такой вот с Японии он и пришел. Фреза оригинальная. Исеки, 1,70 м рабочая ширина. Автоглубина тут есть. Ну, как говорится, этот, рабочая. Но я ее не смог, как бывает такое часто в Исеки. Что-то не сообразил. Либо контакт где-то ходит. Ну, и опорные колеса тут есть в помощь, если для глубины, для выставления. Кому-то это больше нравится. Ну вот, все есть тут. Ножи. Ножи. Коготь золотой, абсолютно новый. Это менял не я. Потому что, вон, видите, болты все не брали. Вот японец. Абсолютно все новые ножи. Japan. Автогоризонт есть. Это работает. Даже внешнее управление есть, и внутреннее, и внешнее. Задние правые шины. Супер. Трактор вон еще. В этой. В земле японской, но видно, что он сухой. Все хорошо. У нас блокировка дифференциала заднего моста. Это управление автоглубиной, горизонтом, подъем фрезы при движении задом. Это у нас 4 ВД. Так у нас быстрый разворот. Так, ну, ВД в режиме IQ. Вот оно само, когда надо включиться. Вот я включу на быстрый разворот.
тут ПТО так вообще не работает, тут сцепление реагирует, тут не реагирует. Тоже все сейчас покажу. Это ручник, так называемый, зажимать задние мокрые фрикционные тормоза, левый и правый, соединенные вместе. Под ковриком. Хороший трактор. Передние шины неплохие, но трещинки есть. Да. Пластик на передке весь целый, абсолютно ничего вообще. Редкость. Ну хороший, прям ухоженный. Она, кстати, я и забыл сказать. Забываю уже. 606 часов. 606 часов абсолютно родных. Никто сюда ничего не лазил. Сцепление. Свеча, видели, зажглась, потухла. Так, это у нас мигает. Вот, что фреза сейчас поднята. Всегда быстрый разворот. Вот, как я говорил, вот он. Выключил, включил. Пускай будет, покажу. Так, включаем свет. Дополнительный сигнал работает. По стандарту. Левый поворотник. Включаем основной свет. Смотрим. Свет горит. Дополнительный горит. Передний. Задний тоже все горит. В ручном режиме я корректирую, она так и остается. Так, вентиль сильно бросает. Можно вот тут закрутить его. Это под рулевое управление. Видите, поднимается и опускается. Горизонт, включаем автомат. Разные режимы, плавающие, копирование. Так, это мы все проверили. Все работает. У него экранчик есть. Вал отбора мощности будет показывать, сколько крутит километры в час. Ну давайте поехали. Сейчас у нас прямое вращение, должно быть четвертая скорость. А, можно тут без сцепления. Вот оно все. Включаем сюда и нажимаем кнопочку. Вот теперь она закрутилась. Это со сцеплением. Вот я, видите, она крутится. Нажимаю сцепление, не крутится. Вот у нас информационное все показывает. Этот режим. Видите, трактор весь в муке. Ну ничего страшного. Все, ни шума, ничего, все четко. Работает, класс. Фреза хорошая. Ну как и весь трактор. Реально, часы его. Включаем сцепление, ой, вал отбора мощности, и без сцепления включаем третью скорость, включаем третья скорость, выключаем вторая скорость, включаем. Проверим. Это первое прямое вращение.
включаем. Включаем обратную. Вот, на себя поднял. Так, печку выключим, жарко. Вот я включил режим насыпления, она не будет реагировать. Включаем. Можно посмотреть. Вот она крутится. Если видно. А насыпление нажимаю, и она все равно крутится. Вот такое вот. Так, и это идет обратное вращение. Давайте на пониженную самую включим. Вперед, с ручника. Поехали. Вот таблички, на какой передаче какая скорость. Вот идет обратное вращение. Ножи. Вот я вручную корректирую, и он сам в автомате. Уже в автомате. Отбора мощности. Так. Ну и поехали, все скорости сейчас проверим. Вперед. Гидроусилитель руля, понял? Вот у нас загрелось, что фреза полностью поднята. Ветер. Все со сцеплением, механика абсолютно чистая. Назад. Четвертая. Третья. Вторая. Первая. Следующий у нас был делитель сюда. Первая. Вторая. Вторая. Третья. Четвертая. Кабина, все, видите, достойно, все хорошо. Так, следующий делитель у нас сюда. Первый. Можно на снег даже сейчас заедем.
выключился, выкрутил руль. Вот. И считай на месте. Идем. И назад. Четвертая скорость. О, видите, всечка. Назад тоже быстрый разворот включается. Вторая. Первая. Так, и повышенная самая. Поехали, первая. И четвертая. Максимально. Стоп. Назад. Поехали. Четвертая. Третья. Вторая. Проверили, на ручник ставим. Это вот угол рулевого колеса. Соляра зимняя, понятно. Холодно. Трактор, видите, в очень хорошем состоянии. 606 часов всего лишь. Трактор под ПСМ, трехцилиндровый дизель. Ножи абсолютно новые, японские, золотой коготь. Опорные колеса. Так что трактор в наличии во Владивостоке. Контакты и стоимость трактора всегда указаны в описании к видео. Всего доброго, до свидания.